Отлично подойдет для лука. Прекрасная темная середина. Светлая и темная. Отлично. Итак, наше сырье протянул немного далее. Поставил на псевдо подставку. И сейчас буду продолжать. Вот оно плотно сидит на нашей подставочке. То есть мне очень удобно здесь работать. Не нужно наклоняться. То есть чисто работаешь, снимаешь. Все с комфортом. Вот таким вот образом, слой за слоем, по чуть-чуть снимаются вот такие вот части древесины. То есть потихоньку, по одной вот такой вот никуда не спешим, понемногу снимаем и темную сторону, и светлую. Вот оно очень пружинистое, прочное. Как материал для лука вообще, то есть очень-очень хорошее. Даже вот кусочек отстегнул. Она хлесткая, пружинистая, даже несмотря на то, что полностью мокрая.